Чем богата библиотека? Библиотека богата фондами и книгами, и такими вещами, как, скажем, официальными документами. Ну, в частности, скажем, у нас вот вы находитесь в центре правовой информации, и, скажем так, одним из основным ядром фонда у нас является официальный правовой документ. И вот пришла такая идея сделать нашего книговика, по сути дела, из такого солидного издания «Официйный вестник Украины». Почему? Нас очень хотела, я хотела выдержать, скажем, тональность, белый снег. Нет снега у нас за окном, но, скажем, снеговик есть у нас в библиотеке, в наших стенах. И поэтому, вы знаете так, когда мы начали строительство, мы поняли, что наш снеговичок получился очень весомым, скажем, и статным. Его рост почти что метр. Весит он почти что 25 килограмм, и на его, скажем, строительство ушло 85 вот таких сборников вот этого выдания. Мы называем это книжными инсталляциями. Библиотечный букар подразумевает, что мы хотим приблизить наших читателей к нашему фонду. Только формы подхода нетрадиционные. И вообще нужно разрушать библиотечные стереотипы. У нас кто такой библиотекарь? Это креативный, это коммуникабельный. И это компетентный человек, который, скажем, хочет, чтобы та страна, которая читает, та достойна лучшей доли. Поэтому мы вот таким образом пытаемся визуализировать наш книжный фонд. Знает об этом? Вы поставили их в известность? Вы знаете, нет, вы дали мне очень хорошую идею.